Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В прошлом году в ДТП на дорогах Кировской области погибли 137 человек, в том числе 6 детей. В сравнении с 2019-м, информирует ГИБДД, показатель снизился на 13 небольшим процентов. Травмы получили более 2100 водителей, пассажиров и пешеходов. Примерно в каждой третьей автоаварии с летальным исходом виновником являлся нетрезвый водитель. Число выявленных в 2020-м нарушений ПДД – 270 тысяч. На пьянке за рулем попались более 5 тысяч граждан. Трасса 101. 3/4 водителей в нашей области в прошлом году оплатили штрафы с 50% скидкой. Напомню, что она предоставляется в первые 20 суток с момента вступления постановления в законную силу. В разряд неплательщиков попали почти 3000 шоферов. В основном они были наказаны наложением взыскания в двойном размере. 270 должников отправились на обязательные работы, 231 под арест. Трасса 101. В Госдуме высказана идея об увеличении с 20 до 40 дней срока, в течение которого штраф ГИБДД можно оплатить с 50% скидкой. Автор инициативы, один из депутатов, обосновывает ее тем, что в условиях пандемии у российских водителей не хватает времени или денег, или того и другого, чтобы воспользоваться дисконтом. Что-то подсказывает, что таких народных предложений в преддверии выборов будет еще немало. Трасса 101. Кроссленд. Кроссовер с таким названием компания Opel начнет продавать в нашей стране в конце зимы, начале весны этого года. Стоимость машины пока неизвестна. В линейке моторов несколько агрегатов, в том числе два дизельных мощностью 110 либо 120 лошадиных сил, а также бензиновый 130-сильный турбодвигатель объемом 1.2. Среди опций автоматическое экстренное торможение, автоматический ассистент в парковке, система распознавания пешеходов. Трасса 101. Очередное социологическое исследование показало, что большинство российских водителей, стоящих в пробке, развлекают себя прослушиванием музыки. Каждый 7-й, 8-й слушает аудиокниги. Примерно столько же подпевают любимым композициям. 22% опрошенных во время простоя звонят по работе или родственникам. 6% признались, что просто сгорают от злости. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.